В Лебедянском районе начал работу рыболовно-реабилитационный центр для инвалидов. Чемпионаты по рыбалке для людей с ограниченными возможностями на пруду в селе Павелка в последние годы проводятся регулярно. Теперь при поддержке областной администрации там оборудовали специальные мостики, где без особых трудностей могут рыбачить даже колясочники. Сегодня состоялось открытие центра. Репортаж Евгения Шарапова. Рыбалка – любимое увлечение многих людей. Только вот инвалиду на водоеме бывает в несколько раз труднее, чем здоровому человеку. В нашем регионе, можно сказать, первыми в стране решили это исправить. На пруду в Павелке оборудовали несколько мест для рыбалки инвалидов. Дорожка, по которой легко и безопасно проедет даже колясочник, и понтонная площадка, меняющая положение в зависимости от уровня воды. Для рыбаков с ограниченными возможностями здоровья – существенное подспорье. Мы все одинаковые, у нас все желания одинаковые. Мы хотим то же самое, что и ходячие. То есть мы хотим жить нормальной жизнью. Но почему? Разве вот это для инвалида, если везде такие мастушки были? Андрей Котов рыбалкой увлекается с детства. На Павелский пруд приезжает регулярно. Поймать можно здесь 10 килограмм только так. За лето 3-4 раза и на другие пруды тоже приезжаю. Для инвалидов здесь выделяют бесплатные путевки, около сотни в месяц. Теперь им и ловить проще, да и поймать с такого мостика можно больше, чем, к примеру, с берега. И это не единственное удобство. Мы говорим вот о безбарьерной среде. Это вот одно из этих направлений, в которое мы сегодня должны трудиться. Ну а как? Наше дело провести сюда дорогу, вот она, видите, уже такой твердым покрытием просыпали. Помочь здесь и финансово. Мы купили в свое время автобус сюда для колясочников. Они им сегодня активно пользуются. И, кстати, уже не один у нас он есть сегодня. Конечно же, к этому привлечены все структуры власти. На открытие рыболовно-реабилитационного центра пригласили представителей общества организации инвалидов нашей области. Приехали гости из Воронежа и Москвы. Известный телеведущий, трехкратный чемпион мира по рыболовному спорту Станислав Радзишевский, выступая на открытии, отметил, такой замечательный опыт нужно распространять. Мы в ассоциации Росохоторыболовый союз к этому делу, ну, я думаю, привлечем еще дополнительные силы и внимание. Федерация рыболовного спорта непременно откликнется на это начинание. Что-то, опыт липецкий, будем пробовать помогать переносить на другие регионы. Рыболовно-реабилитационный центр, который создан на этом пруду, совместный проект областных властей и Федерации спортивного и любительского рыболовства. Подобные площадки по инициативе главы региона Олега Королева планируется открыть и в других районах области. Евгений Шарапов, Вячеслав Ходаков, Вести, Лебедянский район.